Наше почтение, многоуважаемый коллектив. Друзья, всем привет! Мы давно поняли, что если ты захочешь сделать автомобильное шоу и придумать что-то новое, то сразу же выяснишь, что до тебя это уже кто-то придумал и, самое главное, снял. Этим кто-то будет одно известное автомобильное шоу Великобритании на телеканале BBC. Поэтому остается два варианта: либо отказаться от этой идеи, либо смириться с этим и действовать. Так произошло и с командой Sumo Racing Team. А с учетом того, что любой автоблогер мечтает побывать на месте этих трех харизматичных ведущих, результат не заставил себя долго ждать. Правда, за несколькими незначительными отличиями. У нас нет продюсеров, звукорежиссеров, светотехников, администраторов. У нас нет съемочной группы из 20 человек. И в конце концов у нас нет 18 миллионов фунтов, и нам не хватает одного ведущего. Поэтому наши возможности и непреодолимое желание оставили свой специфический отпечаток в названии нашего шоу. Кто следит за нашим каналом давно, знает, что между мной и Дэном идет негласная война. Уже который год я пытаюсь доказать ему, что немецкий автопром на голову выше японского. А он, как ни странно, пытается убедить меня в обратном. И мы поняли, что точку в этом споре может поставить лишь одно – настоящее испытание. И в этом нам помогут два старых ведра. Мы решили, что каждый из нас купит себе соответствующую тачку, бюджет которой не будет превышать 2500 долларов. Мы проедем на них 4000 километров по всей Украине. Автомагистрали, дороги, бездорожье, пески, горы – наши колеса побывают везде. А в конце автомобиль-победитель получит звание. Лучшее ведро 21 года. Но как определить победителя, чтобы было честно? В каждом выпуске мы будем соревноваться на своих автомобилях. И не только на автомобилях. За победу будут начисляться баллы. Нарушение правил или поломки в дороге – штраф. За соблюдением правил будет следить суровый и незаангажированный третейский судья – наш боевой оператор. Александр, вы готовы? Шикарно! Ну а теперь к самому интересному. Сегодня нам предстоит выбрать наших чистокровных жеребцов. И вот условия. 2500 долларов на одну машину с учетом всех доработок и модификаций. Если купил ровно за 2500, то дальше только садишься и сразу едешь. Время отправляться на поиски. Что такое 2500 долларов? Для многих это возможность приобрести новомодный гаджет со встроенной функцией переселения в искусственный цифровой мир. Однако лично для нас 2500 – это возможность получить реальные эмоции, возможность увидеть многогранность нашей Родины своими глазами, заполнить очередную ячейку памяти чем-то восхитительным. И между делом доказать этому идиоту, что японские автомобили – это доскональность в высшем ее проявлении. Доброе утро, друзья! И утро сегодня действительно доброе, потому что оно застало нас в дороге. Я отправился на поиски своего автомобиля. Дело в том, что мы решили с Виктором искать автомобили отдельно друг от друга, чтобы до последнего момента не знать, кто что себе выберет. Потому что так реально интересней. Но, к большому сожалению, я практически наверняка знаю, что Виктор выберет себе какой-нибудь BMW. BMW E34, BMW E30, и поэтому для меня практически нет никакой интриги. А вот с поиском японского автомобиля все не так уж просто. Помимо того, что мы должны найти себе экземпляр, который сможет отстоять честь всего японского автопрома, который будет мечом возмездия, который будет жезлом справедливости, который сможет отомстить всем этим немцам, зазнайкам за все эти годы унижений, у нас тачка должна быть еще и интересная. А вот с этим у японцев проблема. На данный момент находится достаточное количество японских автомобилей стоимостью до 2000 долларов. Если быть точным, то 533. Но проблематика ситуации заключается в том, что это
Honda Civic с мотором 1.4, Toyota Corolla, Toyota Carina, Suzuki Baleno, Suzuki Swift. То есть это те тачки, которые на самом деле неплохие, но они действительно скучные. И здесь немцы нас смогут опять с вами укусить. Это то самое уязвимое место, куда они постоянно бьют. В скучность японских автомобилей. И мы должны с вами найти что-то особенное. Если моя машина получится дешевле, чем тачка Виктора, то за каждое сэкономленное $10 я получу балл. Но есть проблема. Если купить слишком дешевый автомобиль, то велик риск просто не доехать до финиша. Но купишь слишком дорого, то соперник может тебя обскакать по баллам. А проигрывать в первый же день как-то не хочется. Итак, друзья, Honda Prelude 1986 года выпуска. Автомобиль харизматичный, автомобиль красивый, но состояние данного экземпляра оставляет желать лучшего. Конечно же, что ты хочешь за $2000, скажут многие из вас. Но у нас слишком велики ставки для того, чтобы рисковать. И поэтому сейчас мы отправляемся в Запорожье. Завода. Двухлитровый. Скажите, пожалуйста, а можно ее сейчас посмотреть? 32, вы говорите? Посмотрев 6 претендентов в Харькове и Запорожье, я пришел к неутешительному выводу. Поиски должны продолжаться. Следующей на очереди была столица. Друзья, особенностью нашей автоблогерской деятельности является то, что я, например, не знаю, где я буду через неделю. Киев, Харьков, Одесса, непонятно. Но то, что я знаю наверняка, это то, что в баке нашего Пассата в любом случае будет качественное топливо. Поэтому мы всегда заезжаем на заправку ОКО. Вы знаете, что у нашего Пассата двигатель 1.8 турбо, TSI мотор, и он очень придирчив к качеству топлива. Поэтому, чтобы не испытывать судьбу, заехали на ОКО, заправились и без проблем едем дальше. Что и вам тоже желаем. Итак, друзья, ситуация у нас выглядит так. Харьков-Запорожье минус, приехали в Киев, и у нас осталось буквально несколько дней, чтобы найти автомобиль. По Киеву мы нашли по объявлениям две Honda Accord, мы нашли по объявлению Mitsubishi Lancer, мы даже нашли по объявлению Subaru Impreza. И, наверное, сейчас мы ее поедем смотреть. Я не знаю, получится ли у нас все отснять, потому что владельцы не всегда рады показываться в камере и показывать свой автомобиль. Поэтому просто вам объявляю, что у нас будет сегодня в меню. По Subaru, я думаю, что это будет печальная картина, ввиду того, что 1.6, но полный привод, машина-то никуда не будет ехать. И я пообщался с владельцем, ну такое там, очень печально. И еще есть у нас несколько интересных автомобилей от компании Mazda. От компании Mazda, и мы все это дело посмотрим. Посмотрим и по возможности вам покажем. Не переключайтесь, едем в столицу. А вот, кстати, 626-я Mazda, которая, кстати, такая, которая была у нас на тесте. В общем, смотрим на этот автомобиль. В общем, по цене еще будем с владельцем говорить. Есть определенное понимание, что, чего и как. Но вы знаете, наши жесткие рамки по бюджетам. Мы ни в коем случае не должны перешагнуть цифру с учетом доводки тачки до
нормального состояния в 2,5. И тем более вы помните, что кто возьмет тачку дешевле, тот уже получит дополнительные баллы. Можно отрегулировать все душечки. Конечно, по оборотам не хочет ехать. Какой у меня расход масла? А провода менялись? Шесть дней мне понадобилось, чтобы найти достойного самурая, который одним ударом меча сможет с легкостью расчленить пополам всю надменность немецких корыт. Однако мой оппонент считал иначе. Как и мой незадачливый соперник, я вооружился товарищем и отправился на поиски. К счастью, даже в этом ценовом диапазоне нам было из чего выбрать. Друзья, тут ходят слухи, что мой японофильческий друг приобрел себе автомобиль. Ну, как автомобиль. Вот, но я тоже не терял время даром. И мы сейчас едем в город Киев. У меня на примете есть 8 машин. И я думаю, что без тачки мы оттуда не вернемся. Звоню по поводу Е34. Продаете? Да. Четвертый диск с трещиной отдам в подарок. Четвертый. Почему четвертый, блин? Весь пацанский набор для кражи дамских сердец присутствует. Да. Требует шлифовки за 400 гривен. Чего шлифовки? Шлифовки за 400 гривен. То есть не за 500 гривен шлифовка. Шлифовка чего? Не за 300. Машины шлифовка, блин, увидят. Шлифовка, извините меня. Ну, меня конкретно интересует техническая часть, двигатель, трансмиссия, ходовая, вот эти вот все вещи. Смотрите, вот у меня из того, что вы спросили, живого только двигатель. Ага. Ты видишь, один цилиндр не работает. Антифриза нету, да? В отличие от японских некроведер, с немецкими аннигиляторами дела обстояли куда ярче, несмотря на бюджет. Уже второй экземпляр нас полностью устроил. И нашли мы его в самом предсказуемом месте. И вот, спустя несколько дней пришло время встретиться и похвастаться своими покупками. Дабы сохранить интригу до самого конца, мы попросили нашу команду нам помочь. Мы с тобой нагоняли интригу, но я понимаю, что для меня особой интриги-то нет. Я понимаю, в любом случае ты взял BMW, и с учетом нашего бюджета у меня даже есть предположение, какая это BMW. Я думаю, это 30-ка. Либо 36-я, это по тройкам, либо 28-я, ну хотя это, наверное, было бы сложно, либо 34-я. Вот 4 варианта. Я, знаешь, что думаю, как? Ну, ввиду того, что у меня интриги практически нет, в отличие от тебя, давай начнем с твоей. Хорошо, давай начнем с моей, но я тебе должен сообщить, что в этот список, который ты говоришь, почему-то BMW, да, туда еще может войти Audi, либо Mercedes. И причем несколько экземпляров мы даже изучали. Приглашаем. Артем Сергеевич, как слышно? Артем Сергеевич, слышу тебя нормально. Артем Сергеевич, подгоните, пожалуйста, разрыватель японских ведер. Шикарно. Так, о, что-то едет, что-то едет. На ксеноне. Матричный лэд фар. 34. Я был, это 34. Тише, 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 тише. Так. Смотри. С
Скажу честно, эта BMW повергла меня в шок. Она действительно была хороша, но, конечно же, говорить об этом я не собирался. И, в общем, это ведро стоит бабки. Это стоит бабки, я не понимаю. Это стоит бабки, но... Да. Не, ну там кто-то сдох. Да. Ладно. Самое важное. Так, надо сдернуть что-то он так, не хочет. О, это М20. О, да, Б25. Все нормально. Это М20. Я, честно говоря, если бы тут был бы М50, было бы сложно. Но как бы вот этот вот вариант... А телевизор другого цвета ты видел? Да, немножко. Тут дело в том, что вареный кусочек. Кусочек Е34? 36. Вот пассив, да? Нет, тут все нормально. Это специально, чтобы постоянно масло мониторить, да? Проверять. То есть постоянно надо... Постоянно. Это должно быть здесь. Так, ладно. Вот ты знаешь, я, честно говоря, думал, ты возьмешь что-то такое, знаешь, мощное, действительно... что будет в пух и прах разрывать весь японский автопром. И я думал, придется бороться. Я думал, будет какая-то, ну, тяжелая у меня поездка. Но, глядя на все это, я понял, все будет нормально. Как же ты ошибаешься. Ну, М20, Б25, как бы мотор хороший был когда-то, давно. Пробег какой? Этот, а какой надо? Какие твои версии? Вот мне интересно, потому что я до последнего момента сам не знал, что я куплю. Дело в том, что, понимаешь, я вот глядя, я изучал варианты с японским автопромом, и глядя на вот этот вот весь хлам, который там продается, ну, я даже не могу себе представить, на какой кусок дерьма ты бросил свой взгляд. На Мазду, на Тойоту какую-нибудь, либо там, ну, что-то, ну, что там может быть, ну, по большому счету. Ладно, я тебя не прошу угадать с моделью. Угадай хотя бы с маркой автомобиля. Просто хотя бы с маркой угадай. Тойота, конечно. Тойота. Ну, я думаю, да. Валерий Викторович, прием. Либо не связи. Подъедьте, пожалуйста, сюда, на смотровую площадочку. Блин, не заводится. В смысле не заводится? Ты там эти шутки бросай, дружище. Нам надо ехать. В смысле не заводится? Ну не заводится. Значит, слушай внимательно. Вынимаешь ключ из замка зажигания, потом наполняешь свой мозг позитивными мыслями, вставляешь, поворачиваешь, заводишь и едешь сюда к нам. Сорян, бро, завелась. Я не сомневался, ждем тебя. Там какие-то фары. Как-то они там белым сильно светят в небо. Лазерные фары. Они не просто могут вырезать встречный поток, они могут даже... писать на асфальте во время движения BMW говно и три восклицательных знака. А сжигать они не могут? BMW могут. Сжигать могут BMW в элементе. Вот так вот. Mazda Xedas 9. Mazda Xedas 9. Великолепнейший автомобиль. Великолепнейший. Ну, правда, немножко ржавый. Совсем чуть-чуть. 2,5 V6 под капотом, 2,5 литра V-образная шестерка. Сколько там мощность? Подожди, ты купил Мазду тебе? Да. V6. И вот это будет защищать честь японского автопрома. Вот это. Пожалуйста, я вам даю как это 3 минуты, чтобы вы понасмехались. Даю вам 3 минуты. Это специальное вентиляционное отверстие. Тормоза охлаждать. Да, это специально тормоза охлаждать. Да, дисковые. Кожа. Электро. Я тебе говорю, это кожа. На, посмотри. Это кожа, это специальная. А, точно. Кожа. Открой капот, посмотри. И как бы уйди в закат.
Не, я тебе, зря ты смеешься, это не трехцилиндровый рядный двигатель. Там еще точно такая штука, это V-образная шестерка. 2,5 литра, почти 170 лошадиных сил. Так, вот это новое. Это новое, ты понял, да, о чем я говорил? Это новое. Это новое. Я тебе расскажу тему. Ты представляешь, этот мотор, посмотри на меня внимательно, этот мотор выжил после того, как он более 3 лет проездил с лопнувшей гофрой впуска, и дыра была размером в 3 пальца. В 3 пальца чувак отъездил на ней более 3 лет. Вернее, как, он купил ее уже с этой дырой, проездил на ней 3 года, и после этого она попала к нам. Вот такая вот дыра во впуске, мотор шепчет, мотор просто в идеале. Ну, вот я тебе еще скажу, ты просто очень многое не знаешь про Мазду, особенно про Кседос. Ты многого не знаешь. Особенно про эту. Не, про эту никто ничего не знает, я понимаешь? Думаю, что мы выясним все. Да. У нас имеется определенный расход жидкости гидроусилителя руля, приблизительно литр на 100 километров. У нас есть расход масла за счет того, что здесь нет ни одной живой резиновой прокладки, поэтому нужно обзавестись огнетушителями. У нас, что у нас еще? Да много у нас чего. Нам самое главное не потерять задний подрамник во время езды по Украине, потому что он может в любой момент отсоединиться. Но, в принципе, новый автомобиль. Новый, прекрасный, валящий автомобиль. Прошу обратить внимание, алюминиевый капот. Алюминиевый капот. Алюминиевый капот. Смотри, убери свои ручки. Алюминиевый капот. Окей, Виктор, я вас поздравляю. Взаимно, не с чем так сказать, да? Да, 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 да. Ну хорошо, давай к самому главному. Какой бюджет твоего мероприятия? Общий бюджет мероприятия составил 2370 долларов. 2200 сама машина и 170 доработки. Но некоторые комплектующие я еще не установил сюда. Угу. Они на подходе, где-то завтра они будут установлены. И давай посмотрим полный видеоотчет. С удовольствием, давай посмотрим. Такое, это что по маслу? Да, по-хорошему, мотор работает. Что ты скажешь, Александр? Что? Что ты скажешь? Ехать надо. Надо ехать, согласен. Согласен. Вот это вот внешний вид нас не сильно беспокоит. Самое главное, как она будет ехать. Здесь у нас 2,5 под капотом. И, в принципе, имея опыт езды на подобных 34-ках с таким двигателем, я скажу, что ехать она должна бодро, весьма бодро. Ну, сейчас узнаем. Видите, какая обстановка? Швыряет ее. Швыряет жутко. Ну, друзья, мы посмотрели снизу, ребята нам помогли, вот подняли машину, походили, но я вам скажу так, под ней еще вообще вопросов нету особых, есть вопросы по порогам, но это классика жанра, посмотрели по тормозной системе, сопливит у нас масло из двигателя, из ГУРа сопливит, но это дело вообще такое. А так, очень живая машина, и я думаю, что, да, я не думаю, будем договариваться. В общем, мы только что стали свидетелем очень трогательной картины, к сожалению, мы не можем вам показать этот момент, и мы его не снимали, потому что, ну, такое не снимают. А дело в том, что эта машина, на ней ездил отец владельца, и сейчас в силу причин, связанных со здоровьем, он не может управлять автомобилем. И мы уже склоняемся к тому, что мы эту машину будем забирать. Вышел, в общем, человек и пролил скупую мужскую слезу. Очень трогательно и, честно говоря, даже ком в горле вот от увиденного. Друзья, свершилось чудо. Команда СРТ имеет номера. Машина переоформлена, и теперь это официально наш автомобиль для участия в Бомж Гир. На удивление, на разборке можно найти нормальный BMW.
не нормальный даже, а классный. Андрюха, тебе большое спасибо. Мне кажется, что это судьба, да? Во-первых, Андрюха наш постоянный зритель и подписчик, БМВшник, да. Ну и, соответственно, видите, к нам специальное отношение. Друзьяки, движемся дальше. Итак, друзьяки, приехали мы к нашим товарищам V8 сервис. Сейчас будем разбираться детально с нашим сегодняшним приобретением. Но что-то я по лицам людей, друзей, понимаю, что приобретение они не очень одобряют. Ну, в принципе, логично, да, но это самое лучшее, что мы могли найти. Самое лучшее. Друзьяки, сейчас будем смотреть. Угу. Виталюсик, почитаешь? Отче наш, иже сего небеса, да светится воля твоя. I don't know what you heard about me. Почитаешь. Итак, друзья, после детального анализа состояния подвески автомобиля у нас эйфория немного сменилась на грусть. Почему? Потому что ребята из V8 сервиса приговорили все рычаги передней подвески, плюс есть вопросы по задней. На этой машине ехать не совсем безопасно. Были случаи, когда колеса отрывались или становились как-то раком. Завтра воскресенье, только с понедельника кто-то может этой машиной начать заниматься, и нам потом придется ехать опять в Киев для того, чтобы ее отсюда забрать. Поэтому мы принимаем трудное решение потихонечку, с небольшой скоростью ехать на Сумы. Будем надеяться, что у нас ничего не оторвется и что мы доедем. Закончив оформление документов, я отправился домой с четким осознанием того, что ржавый и кривой клинок японского меча сотрется в порошок в беспомощных попытках поцарапать могучее тело моего немецкого аннигилятора. Так, друзья, мы преодолели 150 километров в пути, заехали на правильную заправку для того, чтобы проверить уровень масла. И плюс меня смущает то, что во время движения на скорости около 100-110 километров в час быстрее мы не едем по тем причинам, которые я вам озвучивал. Лобовое стекло издает какой-то странный треск, ну, такое ощущение, как идет дождь. Есть подозрение, что это связано с вот этой конструкцией щеток, либо с самими щетками, потому что щеткам мясо полное, они ничего не трут, их надо поменять, но мы не спешим этого делать, потому что, возможно, нам придется вкладывать деньги в другое какое-то место автомобиля, и щетки уже нам, как это, не купить, да? У нас уже было первое приключение. На нас стригерился первый же пост полиции, конкретно на наш автомобиль. Он явно вызывает интерес у ребят. И, ну, в первую очередь они хотели, конечно, знать, все ли у нас в порядке с документами. А у нас с документами все в порядке, что их сильно удивило. А вот, они нам сообщили, что у нас разбито лобовое стекло, с чем мы полностью согласны. Но никаких претензий не возникло. В общем, мы поехали дальше. Ну, я сразу тоже хочу перед тобой отчитаться и перед нашим многоуважаемым судьей независимым. Мой аппарат стал мне в $2200. Да что вы говорите? Да. И на доработку, на починку всего этого дела у меня ушло $140. И, кстати, гофру на впуске я менял тоже, но об этом я уже говорил. Сейчас к нам приедет Mazda Xedas 9.
2.5, V-образная шестерка, передний привод. Как говорит один известный телеведущий одного известного телешоу, скорость и мощь. Друзья, ждем эту тачку, если понравилось, доверенность по коробке и на сумму. Итак, друзья, вот он, экземпляр, человек остался за кадром, а мы рассматриваем автомобиль. Mazda CX-9, 98 года выпуска. Ну, скажу так, салона нет вообще. По кузовне у нас самые большие проблемы — это задние арки. Задних арок нет вообще, то есть я могу вам сейчас оторвать кусочек Xedos 9 и подарить на память. В общем, как-то так. Я заведу, окей? Спасибо. На газу подтраивает, а на бензине. А на бензине гораздо лучше. Так, у нас течет клапанная крышка, прокладка клапанной крышки. Конечно, подкапотка тут горячая. Главное, чтобы тут с радиаторами было все нормально, и машина не грелась. Стаканы в норме, тут вроде бы в норме. Классика жанра. Надеюсь, она не нахваталась песка. Короче, друзья, суть до дела. Предлагаю нас поздравить с приобретением Mazda Xedos 9. В общем, решили мы ее забирать, потому что, вот честно, положа руку на сердце, несмотря на то, что она выглядит печально, точно так, как и все другие автомобили, фишка заключается в том, что она реально резвее всех, она бодрее всех, как бы чувствуется, что еще в двигателе есть какая-то энергия, какая-то сила. Ну и вот единственное, что в двигателе нет, так это уровня масла. Вот сейчас мы обнаружили масло какое-то от владельца. Конечно, мы приедем маслом и перед нашим рейсом все заменим, но для того, чтобы добраться до Сум, а это 360 километров, нам нужен хотя бы уровень. И теперь, внимание, ждем появления оного на щупе. А масла нет. Друзья, я не знаю, как вот в этом оказалось вот это. Я не знаю как, но это то, что нам надо. Можете это считать рекламой, еще чем-нибудь, пофиг. На самом деле есть правильное масло, не в очень правильных местах. Итак, друзья, из позитивного. Мы преодолели 150 километров и едем своим ходом, у нас в принципе все нормально. Из негативного, ну, во-первых, мы по дороге налетели на какую-то пластиковую защиту от какого-то автомобиля, она лежала прямо по центру нашей полосы, и, естественно, все это дело снесли. Из-за этого у нас оборвалось крепление пыльника двигателя, ну, как крепление, он там на пластиковых хомутах был, и все это дело благополучно оборвалось. Но, с другой стороны, мы улучшили вентиляцию двигателя, наверное, так. Также обнажилась нижняя часть двигателя, видно поддон, и видно, что там все в масле. То есть двигатель истекает маслом. Ну вот. Но ничего, едем. Завтра загоняем, скорее всего, на станцию. Сделаем диагностику и посмотрим, сможем ли мы устранить некоторые моменты, чтобы не выбиться из бюджета. Поехали домой.
она должна выдержать 4000 километров бодрых. Все. Это задача, которая стоит перед этим автомобилем. Да, иди сюда, иди сюда. Куда ты пошел? Иди сюда. Братан, я тебя жду давно, надо срочно спасать ситуацию. Срочно. Так я же не сварной. Да, при чем ты сварной? Забудь про это. Тебя интересовать должны другие вещи. Пошли, покажу. Только это надо делать максимально быстро. Ага. Угу. Масло, фильтра и гофра будет завтра. Все это приедет завтра. Сегодня надо диагностику полностью сделать. Посмотреть по антифризу, заменить антифриз. Работает вентилятор, не работает. Посмотреть по масляным течам. Если есть что-то, да. Короче, это вообще Саман? Это Mazda Xedas 9. 2.5, V-образная шестерка. Ракета. Итак, друзья, у нас пошел второй день, когда мы пытаемся немножко оживить наш Xedas 9. Вот, заказали, конечно же, запчасти у наших партнеров, которых вы хорошо знаете. Это Укрпартс. Вот, ребята нам сразу моментально все подобрали, все, что нам нужно. Самое главное, то, чего я больше всего ждал, это патрубок впускной системы. Оригинал, кстати, потому что там вот такая вот зияющая дыромаха. И я просто не понимаю, какой бы автомобиль мог выдержать такое издевательство. И более чем уверен, что все то, что производилось и производится в Европе, в государстве под названием Германия, уже бы давным-давно сдохло. Но Xedas 9 валит, еще будь здоров, как валит. Так, имеем прокладки клапанных крышек, потому что они текут так, что просто капец. Меняем прокладки клапанных крышек, имеем топливный фильтр, естественно, масляный фильтр, естественно, воздушный фильтр. Ребятам из Укрпартс огромное спасибо. Ссылки, как всегда, на протяжении многих лет вы можете найти под всеми нашими видосами. Все это дело нам обошлось порядка 2000 гривен. Но полный финансовый отчет о том, сколько нам стал Xedas 9, вы узнаете немножко позже. Отдаем все ребятам. Также мы отреставрировали задний рычаг, шаровую отреставрировали, потому что там она могла... Это шаровая просто выскочить. Реставрация шаровой нам обошлась 350 гривен. Сделали мы это через дорогу от ДН-сервиса у наших друзей. Рычаг уже ребята установили. Сейчас меняем антифриз. Ставим вот это все новенькое. И мы готовы наказывать немцев. Мы готовы. То есть получается бюджет моего автомобиля 2370, а твоего 2340. Да. То есть ты хочешь сказать, что ты заработал 3 балла? Да, я заработал 3 балла. Первых 3 балла. С чем меня и поздравьте, пожалуйста. Поздравляю, поздравляю. Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Да. Закончив смотрины, нам осталось немногое. Подготовиться в дорогу и определиться с наказанием для проигравшего. А что тут? Вить, тебе подарок от меня. Купил огнетушитель. Маленький, компактный. Дэн, спасибо, спасибо, приятно. Заботиться о моей безопасности. Любой спор или соревнование должны генерировать очень важный элемент – мотивацию. И мы решили усилить нашу мотивацию путем создания наказания для проигравшего. Поэтому мы обратились за помощью к нашему третейскому судье.
Ты в курсе, что это? Я могу предположить. По-моему, все становится гораздо интереснее. Это сюрстрёминг. Для тех счастливчиков, кто не знает, перед вами забродившая квашеная сельдь. Шведский национальный продукт. И если вы когда-то пытались вонзить себе два пальца в рот с целью получения рвотного рефлекса, то вы должны понимать, что в данном случае это не два пальца. Это копыта гиппопотама. Разрешите представить худшее блюдо в мире. Официально. Друзья, ну а в знак благодарности нашим партнерам у нас на машинах появились вот такие вот наклейки. В этом проекте нам помогают Prime Security Lab, это лучшая студия антиугона, а также торговая марка Powerbank, это самые вкусные и самое главное безопасные консервы. Ребята, спасибо вам огромное. Закончив украшать наши автомобили спонсорскими наклейками, мы посмотрели на них со стороны. И тут стало понятно, что изначально придуманные прозвища наших машин «Самурай» и «Аннигилятор» не приживутся. Итак, наше путешествие началось. Движимые желанием накормить друг друга сюрстрёмингом, мы отправились в путь. В следующем выпуске мы попадем на авиабазу под Конотопом и устроим гонку на 402 метра. А еще попытаемся оказать друг на друга психологическое давление. Каким образом? Скоро узнаете, если, конечно, доедем. До встречи!